Всем привет, друзья! Это канал Мосолимп. У нас в работе Шкода Октавия. Делаем жидкие подкрылки. Хочу вам показать небольшой тест по материалу, который мы нанесли на арку. Вот колокольчики. Один обработанный, другой нет. Вот как звонко звучит необработанный. А вот как глухо звучит обработанный. Думаю, не нужно объяснять, какой эффект это оказывает на снижение шума. Ну и о приятном. На штатной подкрылке в данном случае на эту машину будем клеить вот такой материал, блокшот комформа. Это подкрылок пластмассовый, часть подкрылка вернее, на него наклеен материал 7-миллиметровый блокшот. Он очень сильно снижает шум. Очень бомбическая тема, очень бомбическая. Я просто влюблен в этот материал. Очень хорошо снижает шум. Высочайший КПД. Так что берегите уши, друзья. Всем пока.